с трибуны. Но с трибуны он делал различные выдержки. Она с тех кадров как раз самоопределения народа Крыма, о чем мы только что вот с коллегами говорили, о том, как это происходило. 14-й год. Вот главные действующие лица Крымской весны. Происходило это на основе, я подчеркиваю, не только принципов международного права, но и внутреннего права, в том числе и украинской конституции, в которой за Крымом закреплено право проведения собственных референдумов. Никто об этом не знает или не хочет знать. Да, на Западе не хотят знать, у нас многие не знают. Статья 138, пункт 2 Украинской Конституции. И сегодня она есть, никуда она не делась. Можете прочитать. За Крымом закреплено право проведения собственных референдумов. Ограничений по тематике референдумов нет. Поэтому проводили с учетом угрозы войны, этнической чистки, надвигались эти толпы нацистов правого сектора, которые, так сказать, хотели освобождать Крым. Нам нужен Крым безлюдный или украинский, так они говорили. Ну, эта ситуация армянам, особенно армянам Карабаха, очень хорошо знакома. Поэтому вы можете себе представить, перед какой угрозой был Крым. И только благодаря воле лидеров, президента России, руководителей Крыма, которые взяли на себя ответственность за проведение этого референдума, депутатский корпус Крыма проголосовал законным путем за проведение референдума, и народ Крыма единодушно высказался, почти 97% голосов, а голосовало 83% населения. То есть это подавляющее большинство сказало, мы с нацистской властью в Киеве быть не хотим. Мы охраняем свой мир, свою землю, свою историческую традицию. Вот с этого все и началось. С
Сергей Аксенов, глава республики, хорошо, я думаю, вам известно. Он и сегодня возглавляет нашу республику уже 7 лет. Он был назначен, между прочим, вот тоже малоизвестный факт, но я скажу об этом. Назначен был президентом Украины Януковичем. Назначен был председателем Совета Министров 27 февраля. А Владимир Андреевич Константинов, председатель нашего Верховного в то время Совета Автономной Республики Крым, так она тогда называлась, был избран на этот пост еще в 2010 году. То есть он не появился вдруг, не возник откуда-то, а он управлял республикой, он был тогда первым лицом по ранжиру, именно председатель Верховного Совета в Автономной Республике Крым был первым лицом. Он был одним из организаторов референдума и голосования в парламенте за выход из состава Украины. Этот выход произошел на голосовании 11 марта 2014 года. И 10 дней до 21 марта, когда был опубликован указ президента Российской Федерации о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав России, 10 дней Республика Крым считалась независимым государством, которое было признано в первый же день Российской Федерации, ее независимость была признана. И республика потом уже вошла по итогам референдума, когда народ поддержал состав России. Ну подходите, ну как-то неудобно, вы так далеко. Ну подходите, вам плохо видно, наверное. Подходите, не стесняйтесь, подходите, потому что... Я вот на этой фотографии хотел бы остановиться. Это поезд первый, который пришел в Крым. Это было в 19 году, да, в конце, да. Декабрь месяц. Значит, Крым с первых же дней в 2014 году решениями украинских вот этих новых властей националистических был полностью отрезан от всего. Транспортные артерии перекрыты, а с континентом дороги не было никакой, да? Поэтому полная блокада портов, аэропорта. И так рассчитывали, потом взорваны линии электропередач, так рассчитывали крымчан задушить. Водная блокада, можно добавить. Да, ну это вот сейчас еще мы переживаем. Всего, да. Она еще сохраняется. Мы знаем, что такое блокада. Да, конечно, конечно. Поэтому я и говорю, мы на той почве, где нас очень хорошо понимают. И когда к нам пришел первый поезд, после того, как построены были мосты автомобильные, железнодорожные, это был праздник, большая радость. Для всех нас, мы все радовались. Видите, сколько людей встречало этот поезд, у всех была такая искренняя радость. Это надо было вот присутствовать, чтобы почувствовать, как люди счастливы, что появилось железнодорожное сообщение. Спасибо вам большое. Ну, это вот один из кадров, когда с ветеранами наш президент, а это, конечно, вот сами мосты красивые, да, 19,5 километров. Приглашаем, приезжайте. Можно даже на автобусе. Автобусы из Армении через Грузию, как я понимаю, ходят в Россию и вдоль Кавказских гор с севера. Я так думаю, его надо продолжать до Армении. Да. Тоже правильно. Ну, ознакомьтесь, пожалуйста, дальше. Это народное ополчение, это Самвел, да? Те, кто помогли отстоять. Самвел Басоян, ваш земляк, известный в Крыму человек, который защищал аэропорт, потому что была угроза прилета боевиков из Киева, вооруженных, да, именно авиамаршрутом и железнодорожным. То есть все маршруты блокировались народным ополчением. Кто говорит, что это вот все русские войска сделали, это не так. Народное ополчение, 12 тысяч человек было собственное создано в Крыму. Оно было абсолютно боеготовое и могли, так сказать, отстаивать свою землю. Но слава богу, что не пришлось, потому что те воинские части украинские, которые на территории Крыма находятся, а их по численному составу было гораздо больше, чем нашего флота в Севастополе. Они не выступили, они сказали, мы принимаем то, что решил народ Крыма. И 70%
состава личного этих войсковых частей остались в Крыму, сказали, мы будем служить России. Вот так. Так что это помогло избежать кровопролития, столкновений и так далее. Радостные лица, когда разворачивался огромнейший флаг на центральной площади. У нас Ленин сохранился, и центральная площадь Ленина в Симферополе сохранилась. У нас был развернут огромнейший флаг. И радовались все, начиная с детей. Было много с маленькими детьми. Я хочу сказать, что сейчас они уже растут патриотами России настоящими. Уже многие из них и пошли в школу, и мы видим уже сейчас этот позитив, который есть у этих детей. Я бы даже сказал, что Ленин с радостью смотрел на Россию. Конечно, тогда же это была Россия. Да. Без Украины. Это вот у нас был тоже исторический момент запуска трассы Таврида, которая обеспечила... ...до 8 и при необходимости больше миллионов человек, назван именем... Мы говорим Ивана Константиновича Айвазовского, в Армении говорят Иванеса Айвазяна, вашего, да, замечательного соотечественника и нашего тоже. Новый красивейший аэропорт. Тоже прилетайте, тоже посмотрите. Я думаю, вам тоже очень понравится. Ну вот мы этот вопрос ставим. Мы сейчас, наверное, будем на бизнес-форуме обсуждать о создании авиалинии Ереван-Симферополь, потому что у нас большая армянская община и вообще народ хочет ездить и общаться. Но пока этот маршрут не открыт, хотя мы активно предлагаем его ввести в строй, Ереван-Симферополь. Ливадийский дворец, где Сталин, Рузвельт, Черчилль собирались и подписывали Ялтинскую декларацию по итогам Ялтинской Крымской конференции 1945 года, февраль месяц перед завершением войны, принимались судьбоносные для мира позиции. Вводятся новые объекты. Это новая клиническая республиканская больница имени Семашко, она недавно завершена. Там новейшее оборудование полностью, как принято на жаргоне говорить, упаковано, да, по первому, так сказать, высшему слову. Последние томографы стоят лично, хочу сказать, проходила томографию и была крайне удивлена. Говорю, а что это у вас за космический томограф? Ну, действительно, космический поставлен был только в декабре 2020 года. Американский, говорит, General Electric. Я говорю, как? Европейским запретили поставлять, а американцам можно поставлять? Можно, говорит. Вот у нас томограф. И проводятся у нас операции на открытом сердце, на открытом мозге. Там уникальнейшие операционные по последнему случаю. Никогда в Крыму не делали подобных операций. И сейчас, конечно, высокотехнологическая медицинская помощь оказывается на таком уровне, что, ну, как говорится, я в детстве, я коренная крымчатка, даже представить не могла, что у нас будет такого уровня медицинского учреждения. Когда тут фотография хорошая, но не видно всей мощи больницы. Она огромная, 12-этажная, новая, красивая, стоит такая вот. Ее смотришь на нее, и уже душа радуется, что у нас теперь сохраняется жизнь, продлевается жизнь, потому что буквально в течение 20 лет. Вот видите, Боспорского царства. Первое государственное образование на территории современной России. И Пантикопейни все знают, что Пантикопей это сейчас самый древний город. Да, Керчь. Поэтому у нас на территории Керчи это все есть. Поэтому мы сейчас, Российская академия наук уже подтвердила, что Пантикопей самый древний город на территории России. Потому что спорят, да, Дагестан отстаивает, что у них первый город. Но нет, уже подтвердила Российская академия. Праздновали мы в этом году 2637 лет города Керчи. Ереван древнее, но близко. Да, Василий Лановой, председатель оргкомитета, был Боспорский погон. Как говорится, царствие ему небесное, скончался. Херсонес помоложе, но тоже 2500 лет ему есть. Именно там, как вы знаете, крещение князя Владимира произошло. Ну, гораздо более поздние времена. Это вот остатки. Вот видите, что вот пойди копия. Ну, есть, но можно увидеть. А это уже средневековая византийская крепость Судакская. Она очень хорошо сохранилась. Много достопримечательностей, дворцы,
Все Георгий Григорьевич, можно вот вернуться к этой фотографии? Да, вот сюда Генуэзская крепость. И все думают, что у нас была одна Генуэзская крепость. Но в Крыму три Генуэзские крепости. Остатки есть в Кафе, в Древней, это Феодосия, вот глава города Феодосии присутствует у нас. И есть остатки тоже Генуэзской крепости в Балаклаве. Поэтому, если кому-то интересен тот средневековый период, у нас очень интересный фестиваль проводится вот именно на территории Судакской крепости, когда полное погружение в эпоху, одеваются в одежды, реконструкция, да, называется, все, и приезжают к нам достаточно много людей, называется Судакский шлем, приезжают сюда и все на территории Судакской крепости это происходит. Поэтому тоже очень интересное событие такое, туристическое и видовое. Это вот дворец Тюльпер, тоже красивейший дворец. И когда вот мы на Ливанийском дворце вам не назвали фамилию нашего знаменитого архитектора Краснова, который построил Ливанийский дворец Тюльпер, много у него уникальных произведений, как я их называю, произведений архитектуры. Да? Поэтому если вы приедете, то мы вам обязательно расскажем и покажем. Он скончался в Белграде, кстати, и там тоже много зданий красивейших построено. А вот как раз генуэзский шлем, то, что я сказала, полное погружение в эпоху Средневековья, вот фотография именно этих событий. Сейчас у нас в этом году идет полная реставрация, должны закончить с года, восстанавливая впервые за всю историю, наверное, если даже взять с 1920 года, наконец-то полная реставрация у нас проходит. Музей Бахчисарайского, потому что он был построен в 15 веке и уже, конечно, требовал реконструкции, поэтому в этом году, не знаю, возможно ли будет посещение в связи с тем, что реставрация происходит, но очень интересно, у нас в состав Бахчисарайского дворца-музея входят еще и крепости, такие как Чухут-Кале, Мангуб-Кале, Эскигермен. Это города-крепости, и очень тоже интересно посетить, потому что не во всех субъектах Российской Федерации можно встретить такие города-крепости, которые просуществовали с 6 по 15 например, век. То есть, ну, наша эра, конечно, Армения, конечно, более древняя, но тем не менее у нас тоже есть Неаполь-Скифский, который столица поздних скифов, начиная с 4 века нашей эры, это на территории нынешнего современного Симферополя. Есть что рассказать и показать. Ну, это в продолжение Бахчисарайского. Все знают фонтан слез, который воспел Пушкин при своем путешествии в Крым, и поэтому благодаря великому Александру Сергеевичу все, может быть, не все знают, что называется Бахчисарайский дворец, но точно знают, что там расположен фонтан слез. Это у нас вот мечети. Много говорят о том, что в Крыму, и это идет во всемирной печати, значит, нарушают права крымских татар, мусульман. Это неправда. Вот вы видите мечети, строящаяся мечеть большая. То есть полностью соблюдаются права. Крымско-татарскому языку присвоен статус третьего государственного языка наряду с русским языком, украинским языком. Русских у нас 65%, украинцев 15%, 13% крымских татар. И при этом они имеют полностью государственный крымско-татарский язык, а значит систему образования, средств массовой информации и все, так сказать, причитающиеся к этому ответу. Позвольте, я дополню, да, что есть телерадиокомпания с крымско-татарским языком вещания отдельно, имеет, то есть у нас есть телерадиокомпания Крым, и есть отдельно с крымско-татарским языком вещания. Есть радио, есть печатные издания, то есть, и самое главное, я считаю, что есть музыкальный крымско-татарский театр. То есть и культура развивается, никакого притеснения нет, это только пропаганда, когда рассказывают, что обижают и притесняют, развиваются, понимаете, недовольно какой-то небольшой процент, который подогревается Меджлисом с той стороны, со стороны Украины. Ну, а Меджлис, в свою очередь, мы понимаем, кем подогревается. Поэтому нельзя сказать, что все крымско-татарское население. Нет, есть небольшая часть, та, которая поддерживает. Нас, я имею в виду, Меджлис поддерживает. А большая часть, очень много среди них учителей, врачей, они очень довольны и уровнем заработной платы, и тем, что жизнь реально стала выше, и люди смогли покупать себе и
машины, и у нас сейчас ипотека выросла, и строительство жилья выросло в десятки раз. За прошлый год было сдано 780 тысяч квадратных метров. Мы, Армения и Крым, похожи, потому что у нас 27,7 тысяч квадратных километров, у вас 29,9, по-моему, да, тысяч квадратных километров. То есть приблизительно по площади похожи. И если учесть, что в украинский период строительства жилья было до 100 тысяч квадратных метров, то представьте себе 780 тысяч квадратных метров. То есть почти в 8 раз увеличились объемы жилищные, это только про жилищное строительство сейчас. Поэтому, конечно, Крым развивается. А Юрий Константинович Гемпель в нашем парламенте возглавляет направление национальной политики и международной деятельности. Он же является лидером немецкой общины. Это историческая община третьего где-то века нашей эры до 13-14 прихода уже монголо-татарского ига, а потом создания Крымского ханства, была земля под названием Готенланд на территории Крыма. Это было немецко-готско-скифское государство. Коллеги, я вам хочу сказать, что у нас проживает 175 национальностей. Это самый многонациональный регион Российской Федерации. Сейчас мы говорили немножко о крымских татарах и вообще затронули тему нарушения прав национальных меньшинств. Как правило, наши оппоненты за рубежом обвиняют нас в том, что мы не соблюдаем права национальных меньшинств, что является грязной ложью, умышленной. Хочу вам сказать, что после возвращения Крыма в состав Российской Федерации в 2014 году сразу вышел указ президента России о реабилитации депортированных по национальному признаку из Крыма. Это категория армяне, болгары, греки, крымские татары, немцы, итальянцы. На протяжении всей бытности Крыма в составе Украины лидеры этих национальных групп просили, требовали, предлагали президентам Украины принять такой указ, чего не было сделано. И, конечно, то, что буквально сразу в апреле вышел такой указ президента России, это был приятный, неожиданный даже сюрприз для всех этих национальных групп. Также на основании указа была принята федеральная целевая программа, она наполнена средствами достаточными, и по этой программе сегодня строятся детские сады, школы, жилой фонд для категорий реабилитированных. Ну и коротко хочу сказать о армянском объединении, с ними много лет дружу, уже лет 30, наверное. Хочу сказать, что одна из самых активных национальных групп, это, конечно, крымские армяне. В среднем, по неофициальным данным, порядка 30 тысяч армян проживает у нас в республике. Региональная национальная культурная автономия армян Крыма и ежегодно проводят массу мероприятий культурологического характера, где участвуют представители всех народов, проживающих у нас в Республике Крым. Последний раз у них был на мероприятии 24 апреля на армянском кладбище, проводился митинг, приуроченный к дню геноцида армян в Османской империи. Как уже сказала Ирина Валерьевна, Крым открыт для вас, для всех. Ну и потом я смотрю, просто здесь уже есть у меня старые друзья, которые приезжали в Крым на мероприятия, которые проводили крымские армяне. Спасибо. Ну и вот мы подошли к памятнику замечательному соотечественнику Ивану Константиновичу Ивановскому. Это мы открыли в аэропорту. Но большой памятник существует в Феодосии, как вы знаете. И в Симферополе, посвященный брату Ивану Константиновичу, они там вдвоем в Симферополе тоже. Это Массандра, все слышали о таком вине, конечно, но вот это дворец Массандровский. Перед вами выступали вице-премьер Крыма Ирина Кирико и Георгий Мурадов, тоже вице-премьер. Это очень дорогая экскурсия, потому что целые вице-премьеры вам экскурсию делают, поэтому вы имеете в виду. Мы приглашаем в зал. Да,